Привет, мы продолжаем проходить Бэтмен Архам Сити. Нужно просканировать все вертолеты и пробиться на обзорную площадку. Так, куда идем? Вот, добрался я до вертолета, а дальше что? А, вот, и сканируем. Все, в принципе. Теперь мне нужно к следующему. Хорошо. Давай так и сделаем. Ну да, их попробуй еще поймай. Эй, ну куда же ты? Я так долго буду добираться. Вон еще один вертолет. О, я сразу же к нему. Отлично. Сканируем. Так, это не тот, который нам нужен. Давай к следующему. Эх, не зацепился. Надо, чтобы он ближе подлетел. О, то, что нужно. И у этого нету. Где мне еще их искать? Ну вот я три вижу вертолета. На карте их не обозначает. А вон еще один есть. Ну ладно, давай полетели туда. Я так понял, если они меня заметят, они начнут стрелять сразу же. Это после кошки. Бэтмен довольно-таки медлителен. Хотя перемещается по городу он быстрее, чем она. Эх. Плащ замочил. Так, ну давай этот попробуем. Я не знаю, просматривал я его или нет. А ну-ка иди сюда. А ну иди сюда. Тоже не тот. А где мне тот найти, который подходящий? Он не хочет тут зацепляться. Ну, давай куда-то сюда. А тут сразу два летает. Ах, меня засекли. Тоже не тот. По-моему, проблема в том, что они все время перемещаются и... Нужного... Тяжеловато будет найти. Я даже уже не совсем помню, откуда пришел. Давай вот к этому прилипнем. Ну-ка, это ты? Тот мне нужен? Да, наконец-то. Загрузи программу общего управления.
Код у меня, направляюсь в чудо-башню. Хорошо, ты все делаешь верно, код позволит тебе попасть внутрь через комнату охраны возле главных ворот. Не потеряй сигнал, Тали. Когда закончу в башне, отправляюсь за ней. Она не знает Джокера, придется ее спасать. Хорошо. Ну, давай, наверное, баллистическую еще раз броню прокачаем. Максимально. Хорошо. А где сама-то башня? Вот это? Ну да. Только в обход мне надо идти. Сейчас сделаем. Сейчас доберемся. Оп. Я башню... А, вот он. Получается, за вот этим поворотом будет где-то проход. Это в меня ракета летела? Вы что, дурные, что ли? Какая-то война просто в городе началась. У меня уже с ракет шарашит. Так. Мне вот сюда. Угу. Меня вниз. Для начала. А потом не знаю. Хотя по логике вещей я должен подниматься наверх. Охранники тайгера вооружены шоковыми дубинками. Чтобы не получить разряд, нужно нападать сзади. По-моему, разницы никакой. А нет, есть. Есть разница. Ну. Два раза А и потом на X. Раз. А, нет, подожди. Раз и сразу... Нет. Ну, примерно. Короче... Я должен посмотреть анимацию, то что как я его перепрыгиваю, и потом с ним биться. И потом он теряет дубинку, и все как бы. Стой, Бэтмен, нам нужно поговорить, я знаю, что ты не вынесешь. Если твои действия приведут к гибели этого несчастного. Хочу задать тебе вопрос. До моего появления этот город тонул в скверне. Ладно, мне тогда уже некуда разговаривать. Драться-то будем? Понятно. Он не может драться, потому что я должен слушать диалог. А они меня пока будут бить. Эта игра заглючила. Я и диалог пропустил. За что он... Про что он разговаривает, я не понимаю. Ну, он, наверное, говорит там про Джокера что-то. Должно быть, это сильно тебя расстраивает, ты приносишь столько жертв, а винить все равно приходится себя.
О, это прекрасно. Наконец-то мы победили православного Бэтмена. Православного. Прославленного Бэтмена. Скоро я займу заслуженное место рядом со своим господином. Эй, может хватит мне врагов-то подкидывать? Так, теперь их в два раза больше. Диалог-то когда-нибудь закончится у нас? Да неужели? Враги даются разнокалиберно, это чтобы ты комбо не набивал. Они серия так тебе сбивают и все. Уроды. О! Пошел замес. Замес просто. И все, опять комбо сбили. Не дадут. Не дадут мне это сделать. Надо мелочь убивать. Что там? Икс. Хорошо. Главное, чтобы он дубинку не поднял. Вот как этот. Я забыл, как со щитами бить. Этого не так. Это вот этого надо так бить. Мужик, отвали. Да. А пока они вдвоем, один бьет, пока ты бьешь другого. Отвали. Да, это прям проблема разнокалиберные, ребята. Да иди ты нахрен от меня. О, выбил вроде дубинку. Слушай, а может быть их удобнее ловить, пока они тебе делают... Ну, пока ты на контрудар идешь. Может так удобнее будет? О, еще свеженьких прикатило. Я не дотягиваюсь. О, наконец-то я у него щит выбил. Они, в принципе-то, все противники несложные, но когда они... Один такой, другой такой, и со всеми надо комбо подбирать. Что, мне их спасти надо? Простите, просто тут форменный хаос. Ой, ладно. Мне куда идти? Вот сюда? Видимо, на лифт. Сейчас мы его взломаем. Тут прям какая-то особая охрана у всего. Замки красные висят. Зачем я его открыл? Ага. Ну, вот он тоже есть свой плюс.
теперь куда? Понятно. Что сразу так не сделать было? По-моему, я отсюда играть начал. Да, это начало игры. Меня здесь держали. А это что за дверь? Понятно. Пустые ни о чем. А, вот сюда пройти. Да, то, что нужно. Наверное, то, что нужно. Я не знаю. Что я тут делаю? Ощущение, что я пришел никуда туда, куда мне нужно. Пробиться на обзорную площадку, чтобы открыть протокол 10. Слушай, а возможно, я иду верно. А где планирование? Давай тогда на трассу полетим. Не то. Вот это. Да что ты творишь вообще? Угу. И зацепиться негде. Хорошо, ну вопросик я этот взял, а дальше? Дальше там никуда. Вот так? О. Ну и чего? А, вот какая-то дверь. Будет обидно, если я неверно куда-то иду. Да, некоторые трофеи действительно такая элементарщина. А некоторые просто не взять. Это ты? Я же обещал вернуться. Долго тебя не было, а там сущее безумие творится. Сначала люди Джокера пришли и устроили тут лагерь, но я сделал, как ты велел. А потом... Что случилось? Пришли охранники. Ну знаешь, те, что работают на Стрэнджа, они пришли и начали всех убивать. Устроили кровавую баню. Видимо, Стрэндж пытается замести следы, а вы, значит, хорошо умеете прятаться, доктор. Продолжайте в том же духе, пока я разберусь с охраной в том зале. Угу, стелс. Очередной. А как мы можем здесь залезть? Мне бы на какую-нибудь горгулью. Вот так. Ну, народу тут много. Все, отлично. Я впустую тренировал, Бэтмен еще не конец, но это ладно. А где у нас? Четко, а вот. Что случилось? А, это мина была. Ну-ка, давай к ней. Все, что я хочу, это убраться отсюда. Я тоже, слушай. Так, это...
Да ё-моё. Куда идти? Вообще не факт, что я правильно пришел. Ну-ка попробуем его, вот эти штуки взломать. Да, слушай, то что нужно. Почему? Тут два слова в пароле. Первая половина вроде верна. Отлично. Все, и поедем? Или это тоже надо взламывать? Но зачем? Это было попроще. Дай-ка угадаю, меня наверху ждут. 58 тысяч солдат. Чего это ты творишь, Уэйн? Тебе меня не остановить, я победил. Через час весь преступный сброд до последнего сгорит, и я обращу внимание на твоих союзников. Я дойду до поместья Уэйна, вытащу твоего верного дворецкого на улицу Готэма и заставлю его рассказать всему миру о твоей неудаче. Мой эксперимент с Arkham City удался, а ты? Ты будешь стоять передо мной на коленях, просить пощады. И причмокивать. Это, наверное, самая высокая башня в городе. Вы прибыли на обзорную площадку. Противник Липти, держатель двери на прицеле. Сколько там человек? Угу. И с дубинками, и с оружием, еще и в жилете один. Да, решающий удар. Как там? Сжег и вот так? Только печаль-то в том, что он его перепрыгивает, нас смотрит на ту сторону, которую прыгал. Оп. Получилось. А тот, который в жилете защитном, он еще и оружие взял. Это... Стоять. Оп. И куда мне? Много жертв в третьем секторе. Возвращаться на базу. Хорошо. Не знаю для чего, но давай это тоже взломаем. Ой, я забыл уже, как повиснуть с уступа. На Б, на Х. О, ну ладно. Это не совсем так делается. Повиснуть на уступе меня учили. Первая фраза завершена, сэр. На основной точках количество жертв превышает запланированное. Хорошо, теперь перенесите огонь на музей. Нужно, чтобы от крепости Калблпота ничего не осталось. Вас понял, профессор Стрэндж. А, вот туда можно, но зачем, я не знаю. Давай вопросик соберем просто так.
Взял, свалился. А может мне туда в лифт надо? А вдруг? Не, надо на самый верх. Да чё за дичь? Совсем забыл, как со ступа свешиваться. И так сойдет. Че, ничего с ней делать не надо? Как скажете. Оп. А что это такое? Кнопка какая-то. Ладно, пройдем. Пройдем вот в эту сторону. Да, было бы замечательно, если бы меня еще ракетами не шарашили. Планирование. Ой, не знаю, куда тут зацепился. Угу, я хожу по кругу. Я говорю, почти наверху, так а куда идти? Тут везде шипы, не зацепиться. О! Я еще чуть выше поднялся. Вроде как. Протокол 10. Ага. Шаг вперед и два назад. Что делать-то? Как пройти? Я думаю, что все-таки надо мне выше и выше забираться на башню, пока. Я думаю, цель фактически вот эти горгульи. Куда ж ты? Взял, прыгнул. О, кстати, пока я тут. Ну да. Это не Человек-паук. Тут сложнее все. Без понятия, куда забираться. Вот сначала сюда идем, потом как-то чудом надо повиснуть на вот этой штуке. Ладно, далее. Ну давай вот сюда, с этой мы допрыгиваем вот туда, причем это самая нижняя точка почти была. Я думал, я гораздо выше поднялся, но нет. Вот, и отсюда мы куда можем прыгнуть? Планирование, хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да было где-то, был зацеп. Чувак, ну какого органа? Так, ладно, мы отсюда, короче говоря, прыгаем вот сюда.
Потом. Блин, а если я что-то не так делаю? Ну, типа, неверно даже просто в целом изначальная идея. И мне, типа, вообще не сюда. Хотя, тут кроме лифта ходов-то и нету больше. Находясь на одном уровне, мы огибаем башню. Вот так. Проходим по кругу. Чуть выше поднимаемся. И все, особо ходов у меня нету. А вот какой-то. Почему я его до этого не видел? Невнимательность. Только зацепись. Дальше. Отсюда. Что-то опять идей нету. Хотя, вот повыше можно забраться. И там еще можно подняться выше. Вот зацеп, отлично. Иди сюда. Оп, ломаем. А тут одной буквы нету вообще. Может, еще попробовать? Там как-то взломал. Проход. Да, именно так надо было проходить сюда. Ну, это даже удобненько, как лестница расположена. Мы идем к толпе, сейчас опять будем комнату зачищать. Ладно, я опять на улицу? Я не хочу на улице, я хочу в комнату. Я падаю постоянно вниз.
This is the dawn of a new age for Gotham City. Пока мы вот здесь попрыгаем. Хотя нет, я хочу зайти просто для начала. Ой. По-быстрому пока накажем, сколько успеем. Вообще их по стелсу, конечно, надо всех было. Эй-эй-эй-эй. Но по стелсу долго возиться. Он меня прям стоял, не видел. Вы даете под жопу ему коленкой. Это все? Я знаю, что вам не уйти. Мне туда нужно. Где Стрэндж этот? Хваленый ваш. Мне же не дадут так просто к нему подойти, правильно? Я вернулся, короче. Ай, странная эта комната. Я так просто взломать и все. Защита Готэма. Вы не победили. Вы вообще не можете победить меня. Я Хьюго Стрэндж, ваш преемник. Я спас Готэм. И преемник улетает. Ударом ноги. Нужно прикрыть это место. С удовольствием. Ты все разрушил. Убери от меня руки. Посмотри, что ты сделал. Потрясающе, правда? Тебе конец, Стрэндж. У меня есть влиятельные друзья, Бэтмен. Это лишь начало, тебе меня не остановить. Скоро я буду командовать такими силами, что ты не сможешь даже представить. Я достиг того, чего никогда не достигает великий Бэтмен. Готэм будет вечно благодарен Хьюго. Стрэнджу. А я думал, его Джокер убил. Ты мне больше не нужен, профессор Стрэндж. Почему? Я сделал все, что ты велел. Воистину, ты показал мне, что Бэтмен лучше тебя. Пускай он умрет, детектив. Он был твоей марионеткой, раз. Почему? Ты сказал, что я смогу заменить тебя. Таково было наше видение. И ты не смог верно истолковать его. Но, когда ты пришел ко мне, раскрыв настоящее имя Бэтмена, я дал тебе возможность проявить себя, обеспечив неограниченными ресурсами для выполнения плана. Ты почти достиг цели, но все же подвел меня. Он умрет, раз. Ему нужна медицинская помощь, и немедленно. Как скажешь, детектив, для меня он уже мертв. Я почти закончил, просто дай мне еще немного времени. Слишком поздно. Я никому не даю второго шанса.
Хороший день сегодня, детектив. Хороший? Люди умирают. Мир не будет по ним скорбеть. Зачем бы это делать тебе? Смотри, что я делаю. Ты победил Стрэнджа. Но ведь это только начало. Присоединяйся ко мне, вместе мы очистим этот мир. Ни за что, ты ошибаешься, раз. Ты стал тем, с чем я всю жизнь боролся. Я остановлю тебя. Сомневаюсь. Активировать протокол 11. Что ты делаешь? Пароль, Уэйн. Какой пароль-то? Беги оттуда. Да ладно, Разальгул сколько раз умирал. Ему 400 лет или сколько там, 600 ему. Взрывы ему не страшны. До свидания. Нам с ними не по пути. Чуть-чуть. Раньше умер, Разальгул помер. Остается мистер Фрис и Каблпот. Брюс, ты в порядке? Башня только что взорвалась. Я заметил. Слава богу, что ты в порядке. Оказывается, Разальгул стоял за Хьюго Стрэнджем, и Архам Сити был частью его плана. Это шутка? Где он сейчас? Скажем так, ему понадобится визитка к воскрешающему источнику. Эй, есть тут кто-нибудь? Я свяжусь с тобой позже, появилось одно дело. Привет, Бэтмен. Я знаю, что ты меня слышишь. Не вовремя я застал тебя, да? Просто беспокоился, что ты мог меня позабыть. Смотри-ка на свою подружку, которая, так как видишь, может лишиться красивой головки и мозгов, которые забрызгивают объектив камеры. Не слушай его, любимый. Пусть сдохнет. Как романтично. Проблема в том, что никогда еще не чувствовал себя лучше, а меня в покое не оставишь, верно? Так что слушай внимательно, Бэтмен. Сейчас я устрою тебе небольшое представление, сногсшибательное. С красной ковровой дорожкой. Но ты поторопись, если задержишься, исполнительницу главной роли найдут мертвые в гримерке. Забрать лекарство у Джокера и помешать ему стать бессмертным. Я типа очень близко нахожусь от места назначения. А где? Может быть. Мне еще не выдали задание. Может быть. Так, аккуратно тут. 38 метров в ту сторону. А зачем? Да тут все снайперами прошивается. Просто. Get up, bats. Hey. Снайперы могут заметить Бэтмена даже в темноте на большом расстоянии. Следите за лазерными лучами и избегайте их. Ну точно. Соль-то в том, что если ты приземляешься, ты сразу же получаешь выстрел где-то с 5 или 4 винтовок.
Но я думаю, то, что просто так это место охраняться бы не стало. Значит, идем мы верно. Только с какого снайпера начинать? Кто первый будет? Where are you, Batman? Я думаю, что начинать надо все-таки сверху. Хотя, если подойти аккуратно к нему. И все, и меня спалили сразу же. Тут один снайпер другого защищает. Вроде успел уйти. Так, лучше вот, наверное, того первого. Но брать придется всех однозначно. Вот этот, по-моему, пока лучший вариант. О, тихо, тихо, тихо. Да убегай, убегай. Так он заметался прям. Давай, 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 давай. Серьезно, они меня даже на земле видят еще. Вы издеваетесь. Да заткнись ты уже. О, и тут же я получил. Сколько осталось человек? Где-то штуки 4, по-моему, осталось. Я не долетел. Беги, беги, беги. Отлично. Чудо вообще ушел. Так. По-моему, сверху это все. Лучей я больше не вижу. Вот этот ближайший. К нему пойдем. Так. Что ты делаешь вообще, урод? Он просто сделал. Все, сделали.
И мне вот сюда. Скорее, Бэтмен, занимай свое место, представление вот-вот начнется. Давай это обсудим. Теперь ты решил обсуждать? Слишком поздно, Бэтмен. Дай мне лекарство. Лекарство ты уже получил. Талия нет. Проблема решена. Тебе не нужно было. Почему? Ты бы этого никогда не сделал. У меня не осталось выбора. Выбор всегда есть. Я должна была спасти тебя. Харли Квинн украла его. Я забрала его обратно. Все. О, мистер Джокер, вы прекрасно выглядите. Динь-динь, как же скрыть тайну от величайшего детектива в мире? Нужно оставить ее на виду. Прямо под его длинным носом. И ждать. Ага, Джокер хочет, чтобы все думали, что он болен. Ты попался на старый трюк с фальшивым Джокером, Бэтмен. Талия. Прости, любимый, я не знала. Браво, бис, еще браво. Это был не ты. Не всегда, иногда. Сбивает с толку, правда? На твоем месте я бы очень хотел понять, что же происходит, скажем так. Скажем так, в подобные времена очень важно не терять лица. Но сначала будь так любезен. Дай мне мое лекарство. Грязевой голем, дерьмодемон. Только сегодня, заменяю вашего покорного слугу, чертовски искусно, должен сказать, простите за нескромность. Представляю вам, леди джентльмены, Глиналикова. Почему ты здесь, Карло? Зачем связался с Джокером? Все просто. Лучшая роль в жизни. А он актриса, да? Последний шанс. Не грузись, Бэтс. Последний акт только начинается, а ведь он просто фееричен. Ага. Замораживаем этого товарища. Подожди, что у нас тут есть? Боевая броня. Да давай прокачаем боевую. Мне надо достаточно его заморозить. А пока он в шарике, я могу в него стрелять? Ой. Ощущение, что он медленно двигается уже. Попался. Я весь в говне. А теперь мы его бьем, да? Ты мухлюй.
don't just stand around! Так лучше подальше от него стоять. Почему-то там он себя уничтожает. Все, лупим. Давай. Я прям как Саб-Зиро. Из-за этого я... А из-за тебя я опоздаю в салон. Полагаю, больше нет девчонок, которых тебе нужно спасать. О, прости, слишком рано. А смена декораций поможет унять боль? Еще раз големом драться надо будет. Ну да. Только что-то их его многовато. Так, ребят, подожди. Надо всех перезаморозить. Да, я бы еще попадал. О, вот и голем. А, мы и так даже и замораживать их не надо. Мы и так популяцию их сокращаем. Хорошо. У меня был не очень верный подход, короче говоря, к этому делу. Слушай, ну смотрится эффектно, конечно. Эта сцена в целом. Я успел, смотри-ка. Мы душу-то из него вытащим. Your soul is mine. Я прямо внутрь дерьмо демона прыгнул. Вот псих. Мне уже лучше. С дороги, Бэтс, у меня свидание с бессмертием.
Козел куда-то улетел. Ну, то, что Бэтмен здоров, уже хорошо. Лекарство. Скорее. Его же ты ждешь, давай. Я убил твою подружку и отравил Готэм. А ведь еще только утро. Все мы знаем, что ты меня спасешь. Каждый твой поступок заканчивается смертями и горем. Люди умирают. Я останавливаю тебя. Ты бежишь и начинаешь все сначала. Я думал, это фирменная шутка. Нет. Лежи с пола, клоун. Теперь ты рад? Хочешь узнать кое-что смешное? Даже после всего, что ты сделал, я бы все равно спас тебя. Это на самом деле очень смешно. Испустил дух. Все пришли на похороны. Всем подразделениям скоординировать что? Что здесь произошло? Умер комедиант Бэтмен. Что случилось? Не видно, что случилось. Вот на этом заканчивается сюжет Бэтмен Архам Сити. Ну, я считаю, что это одна из лучших частей по Бэтмену во вселенной Архам. Вот. Тут еще на карте куча всяких активностей, мелких заданий, побочных заданий. Я уже не говорю про где-то 150 несобранных вопросов загадочника. Ну, плюс всякие DLC, но ладно. По факту, вот этим заканчивается сюжет. Джокер умер, и все. Поэтому будем закругляться. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.